Всем доброго дня! Это чудесное растение называется люцерна светлоголовчатая. Родом она из Южной Америки, но расселена сейчас по всему миру. Для России и северных стран, где есть настоящая зима и морозы, это растение будет экзотическим. Оно у нас в природе расти не сможет, так как мороз его убивает. Во время цветения люцерна выглядит как невеста. Ее цветы похожи на белые красивые шары. А плоды у люцерны похожи на плоды акации, то есть стручки с семенами. Семена – это бобы, и растения вообще – это семейство бобовых. И пока они не зрелые, то их употребляют в пищу. Листья, ну, зеленая масса растения, в тех странах, где ее растет много, идет на корм скоту, а древесина используется для различных поделок, а также на дрова. Люцерна очень неприхотлива при выращивании в домашних условиях. Она не особо требовательна к освещению. Может расти как на южных окнах, так и на северных, получая свет от отраженных предметов. Также она легко переносит переувлажнение почвы и ее пересыхание. Даже если растение не поливать несколько дней или даже недель, то люцерна просто-напросто сбрасывает листья, а при поливе, который вновь возобновится, она снова оживет и даст молодые листочки. Кроме того, люцерна очень легко переносит различные травмы. Даже если у люцерны сломать ствол, что иногда бывает при выращивании в стиле бонсай, то из остатков ствола сформируются новые побеги, и получится, наверное, даже экземпляр более интересный, чем первоначальный. А вот верхнюю часть ствола, которая отломилась, нужно поставить в воду, и через 3 недели на ней появятся корешки. Вот этот саженец можно посадить в землю, и у вас теперь будет не одно, а 2 растения люцерна. Вот такой интересный факт. Люцерна способна улавливать из воздуха азот и накапливать его в почве. Кроме того, рядом с люцерной практически никогда не растут сорняки. Но, пожалуй, самое интересное у люцерны – это нектинастическое движение листьев. Растение можно смело назвать часами. Дело в том, что у люцерны в одно и то же время, дважды в течение суток, листья приходят в движение. Утром и днем они в горизонтальном положении, а вечером и ночью – в вертикальном. Вот так люцерна выглядит днем. Ее листочки выпрямлены, и они активно поглощают солнечную энергию для фотосинтеза. При этом, имея маленькие размеры листьев, они имеют очень большую общую площадь поверхности зеленой вот этой массы всей. Поэтому с люцерны испаряется много влаги. Но как только солнце уходит за горизонт, фотосинтез прекращается, и люцерна в целях экономии воды складывает эти листочки попарно. Я снял 2 фрагмента нектинастического движения листьев люцерны. Первый рано утром, второй фрагмент в конце светового дня. Продолжительность этих фрагментов довольно большая по времени, и поэтому они будут прокручены с увеличенной скоростью воспроизведения. Посмотрите, что из этого у меня получилось, и оцените, если моя работа вам понравилась. Вот так выглядит люцерна глубокой ночью. В основном все листочки прижаты друг к другу. И напоминают они чем-то немного стручок молодого гороха. Вот такие вот интересные листочки. Ну, давайте теперь посмотрим, как люцерна просыпается.
А теперь напоследок хочу порадовать тех, кто решил или только начал заниматься выращиванием растений в стиле бонсай. Дело в том, что вот такие люди пожилого возраста, как я, выращивая, например, клен или сосну, вряд ли смогут увидеть результат своего труда, потому что это длится не один десяток лет. А вот с люциной все будет намного проще. Вот этому растению всего 1,5 года, но оно уже довольно хорошо сформировалось в небольшой такой кустарник или даже, я бы сказал, деревце. Поэтому буквально там за 3-4 года можно получить желаемый результат, вот выращивая это растение в стиле бонсай. Ну и ко всему прочему, увлечение это дает большую пользу для здоровья. Общаясь с растением, человек забывает о невзгодах, о каких-то плохих событиях. У него нормализуется работа нервной системы. Появляется хороший заряд бодрости, пропадает бессонница, у некоторых даже выравнивается артериальное давление. В общем, только одни положительные эмоции. Всем здоровья, удачи, долгих лет жизни. Пока!